Здравствуйте, меня зовут Игорь. Вот мы заказали на кухне мебель на сайте «Моя мебель 55». Вот мастер Алексей. Золотые руки, нам очень нравится, как все сделано по размерам, по цвету. Нас это устраивает. Молодец, спасибо ему. Спасибо за заказ. Игорь немножко стесняется, я потом сейчас быстренько расскажу по кухне, что здесь как. Начну с сушки, с нашей традиционной. Сушка в один ряд. Под одной дверцей у нас и игрушки, и тарелки. Тут у нас получается лоток. Деревянного дна нету, тут разбухать нечему. Вода либо в лоток, либо вот в этом накапает. Все, тут наверху, там уже получается сухая посуда. Вот. Очень часто у нас вот много новостроек с такой планировкой. Со труб и всей разводки, то есть тут решили вот так сделать. В принципе, удобный, хороший вариант. Здесь и трубы не сильно прячутся, чтобы не было эксплуатировать, менять потом. И также полочки еще получились. Под всякие штуки. Так, что тут еще? Деревянные ящики у нас тут с заводчиком. Это называется, с фурнитура стандарт плюс. Вот они деревянные, но они с заводчиком. Как бы не самый дорогой, но не самый дешевый вариант. Ну и традиционно. У нас ни одного винта. Все чистенько, ни одной дырки, ни одной заклейки. Спасибо за заказ. Вам приятно поработать. Вам спасибо. Спасибо.